Всем привет! Прикольно, что зашли ко мне в гости на мой канал. Меня зовут Лада. Я делаю видео в основном парфюмерии разные и косметики, декоративные, уходовые. В общем, будет не скучно. Хочу сделать коротенький обзор на фланкер Задика Вольтере. Думаю, все, ну прям, ну не, не ну, моветон, не знать его, This is her. Флагмановский парфюм, который, кстати, он, я могу смело сказать, что это одна из моих, как сказать, парф подписей. Это моя парф подпись. Я обожаю его, конечно же, за каштаны, за лактонность, за сливочность. И у меня есть еще This Is Us. Короче, дело не в этом, что у меня есть, а дело в том, что я купила This Is Love. Поносила его немного летом и не стала носить. Он для меня почему-то недостаточно был свеж. Так вот, недавно думаю, а ну-ка я думаю, знаете, иногда, когда настроения нет, эти бомбежки вечные, сидишь тут в ванной. Если не в бомбаре, то в ванной. Вот такой вот он красивый, летний, да, на первый взгляд кажется, наверное, такой ягодный, наверное, такой фруктовый. Да не, ничего подобного. Короче, достала я его и нанесла, и походила день. Слушайте, как он по-другому совсем зазвучал на мне в эту прохладную, влажную погоду. Он, я, кстати, когда покупала его, очень переживала, что он не будет таким лактонным, как его флагмановский вариант. Ну, нет, молодцы. Кстати, автор та же женщина. Как же ее звали, я вам сейчас скажу. Сидони Ланкассер. Ланкессер, наверное, Сидони Ланкессер. В общем, девочка, на минуточку, девочка, ну, женщина, она работала на такие бренды. Я вам сейчас как скажу, например, для Киллиан она делала Black Phantom, на минуточку, да. Водка On The Rock, это все ее хиты. Apple Brandy On The Rock тоже она делала. Для Муглера она делала Angel, знаете, такую розовенькую, вода туалетная, круизный. Вариант розовой звезды этой. Вот я его тоже нюхала. Кстати, пропал, его сейчас фиг купишь. Короче, это все ее рук. Да, это произведение искусства ее рук. В общем, супер. Мне она очень нравится. И что я могу сказать? Этот аромат летом не... Почему он не зашел? Потому что он недостаточно был для меня свеж. Давайте по нотам пройдемся. Что официально? Официально это... гурманские, да, фруктовые и цветочные. Ну, такое, намешали все, что можно было намешать. И фруктовые, и цветочные, и гурманские. На самом деле, вначале здесь есть имбирь. Давайте я его нанесу. Часы я уже сняла, чтобы они не стали со мной тут мило беседовать во время видео. Ой, ой, моментально, даже, наверное, до распыления этот имбирь, я уже его почувствовала. Да, вначале он прям такой, ну, видите, да, я подготовилась, какой, все серьезное. Общество формирует нравы, да? Вот у нас сегодня общество имбиря. Он на старте, конечно, свежий, но эта лактонность-то приходит, и этот имбирь свежий становится таким засахаренным имбирем, из которого сварили варенье, а еще скорее, знаете, его перекрутили с сахаром и добавили в чай. Вот такой вот для меня этот имбирь. Но что здесь еще есть в базе? Здесь еще заявлена фиалка, и это везде, на разных сайтах. Я сравниваю просто пирамиды на разных сайтах. Фиалка заявлена везде. Она тоже дает эту свежесть. Но вы читаете пирамиду имбирь, фиалка, и вы думаете, ой, какой-то свеженький, наверное, свежачочек. Ну, это я просто о своем восприятии говорю, когда я его выбирала, покупала, я, кстати, выбирала, недолго его выбирала и не тестила, ну, потому что у Задика Вольтере в основном шикарнючие ароматы, поэтому я купила, еще и цена какая-то была не очень большая, вот это 50 миллилитров, по-моему, 50 долларов они стоили, сейчас, может быть, даже дешевле. Дело не в этом, имбирь с фиалкой это прекрасно, но здесь еще есть ваниль, которая не была указана на сайте. Я потом уже, когда его носила и поняла, что он совершенно вот недолго остается такой свежий, ну, каким ты ожидаешь аромат, который хочешь носить летом, я поняла, потом уже порылась, почитала и посмотрела видосы, в нем есть ваниль и сандаловое дерево. Ну, о чем я думала, когда его покупала, я не знаю, сандаловое дерево с ванилью, ну, конечно же.
Оно даст в любом варианте, в любую погоду, оно даст теплоту. И что на выходе получилось? Засахаренный, но острый имбирь, вот имбирь прям натуралистичный такой, знаете, не фантазийный, на такой древесной сандаловой подложечке, знаете, с такой теплотой, которая приходит и отодвигает вот эту вот ноту фиалки. Сандальчик с ванилью берут свое. Это такие тяжеловесы в парфюмерии. Но я к чему? Я же сегодня этот обзор делаю именно для того, чтобы вы посорадовались со мной. Тогда я немножечко была разочарована, потому что я была очарована и остаюсь очарована This is Her. Но сейчас, например, This is Her я не ношу. Я наношу вот этот вот This is Love, потому что он для не очень холодной, дождливой осени, это просто must have, ребятушки, стойкость невероятная. То есть, ну, в принципе, все задники Вольтере, если вы нанесете его дважды на одну и ту же одежду, не знаю, пиджак или худи, ну, например, один день нанесли и еще в какой-то день вы одели эту же одежду и второй раз нанесли его, все, оно будет пахнуть, эта одежда, это худи будет пахнуть до момента, пока вы его не постираете. На коже эта свежесть летает быстрее и остается теплота сандала. На одежде этот имбирь с вами живет долго, ну вот реально, ну 3-4 часа я его на себе чувствую. Вот я его утром, например, нанесла, с собой не ношу, потому что нету смысла, он очень стойкий, от леванта себе не делают. Когда ароматы не очень стойкие, я делаю себе маленький атом и ношу с собой. Тут не стала заморачиваться, потому что он очень стойкий. И я к чему? Вечером забираю Катерину Алексеевну со школы, это, ну, где-то в 5 часов, да, вот 5 по 100. И по дороге домой иногда мы заходим в парк, когда нету дождя. Я в парке его на себе слышу еще. То есть этот имбирь, но уже не такой острый, вот, да, засахаренный имбирь с фиалочкой, с ванилькой, я на себе вот явно просто ощущаю. И с запястья, и на одежде. Я, кстати, ношу парфюмы не только на тело, на кожу. На волосы и на одежду тоже наношу, обожаю чувствовать на себе аромат. Он не близко к коже, но в то же время он не очень диффузный, то есть вы никого там особо не удивите, наверное, шлейфом от этого аромата. Ну, по крайней мере, мне никто таких прям комментариев не выдавал, что ой, как ты слишком, слишком от тебя пахнет. Нет, довольно-таки корректный. В общем, я вот сейчас просто у меня какая-то второе дыхание, вторая любовь, вторая влюбленность. Я его ношу, наслаждаюсь, потому что эта теплота, вот ее как раз осенью и не хватает, да, когда вот это прохладно, вот это вот такая влажность, что кошмар, на улицу не хочется выходить. Слушайте, наношу позитивный, солнечный, сначала остренький и свежий, потом теплый, обволакивающий, сандальный такой, сандально-ванильный, приятный аромат, как теплое, не знаю, шерстяное пальто. Вот. Вот приблизительно так вот я его воспринимаю. Слушайте, ну кайф, кайф. 2000 за 50 миллилитров, это очень доступно. Я покупала его на мейкапе, по-моему, он, по-моему, и сейчас там есть в доступе. В общем, все просто, доступно и, ну, стойкость суперская. Я не согласна. Пару отзывов летом еще, когда о нем читала, были отзывы, что он не такой стойкий, как флагман. Ну нет, не соглашусь. Такой же стойкий. Да, он по-другому раскрывается. Да, может быть, от него многие ожидали более каких-то фруктовых нот. Ну нету здесь фруктовых нот. Но то, что я его открыла для себя именно сейчас, ну, наверное, не зря. Потому что это ваниль с сандалом. И засахаренный имбирь, это шикарно. Я считаю, что вообще сочетание засахаренного имбиря с ванилью, это очень по-осеннему и женственно. Кстати, он женский. Вот тут что есть, то есть. Я не, ну, никак не могу сказать, что это унисекс, да? То есть на мужчине я вообще не вижу. Очень женственный, современный, позитивный, заряжающий вас энергией ароматец. Очень даже рекомендацион, ребятушки. Идем в мир, пусть мир наслаждается нами. Не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Много из вас смотрят меня, не подписавшись. Ну, ребята, shame on you. Давайте, подписывайтесь, и что? И вперед, до новых встреч на моем канале. Пока!